В Женеве опубликован доклад Международной организации по миграции. Из документа следует, что только в этом году в Грецию прибыли свыше 100 тысяч мигрантов. При попытке добраться до Европы в море погибли или пропали без вести 413 человек. В начале прошлого года эти цифры были в 10 раз меньше. Еще и статистики. Каждый второй мигрант бежал из Сирии, четверть из Афганистана. Свои неутешительные данные привел и Европол. 90% беженцев, уже попавших в Старый Свет, воспользовались услугами преступных группировок. Несколько часов назад Австрия предложила Македонии свои войска для защиты границ от нелегалов. Накануне сотни человек буквально прорвались из Греции через колючую проволоку. Сегодня же и Бельгия ввела усиленный пограничный контроль на проблемных участках границы с Францией.